Если вы ни разу не были в Кыргызстане, то прилетайте к нам именно осенью. Уже не жарко, обилие фруктов и овощей и шикарный пейзаж за окном. Надеюсь, эту поездку вы запомните надолго. Что может быть приятнее, когда машина представительского класса встречает гостя и сразу же доставляет к дверям комфортного клаб-отеля в центре города? Нам повезло, в клаб-отеле «Достук» есть сегодня свободный номер, но лучше все же бронировать заранее. Чтобы стать гостем клаб-отеля, нужно забронировать номер. И вот сейчас вид с балкона моего номера на прекрасную площадь Победы. Вы можете наблюдать вместе со мной с высоты птичьего полета. Пожалуй, в такую ясную погоду отсюда видны не только торговые центры вокруг этой площади, но и главная достопримечательность города – снежные горы. Какие еще преимущества у клаб-отеля «Достук»? Расскажет менеджер отеля Айджан Чигерткеева. Клаб-хотел «Достук» для наших гостей означает такое место, где им всегда рады. Клубная небольшая гостиница, уютная, комфортная и с безупречным сервисом. В стоимость номера у нас включен завтрак, интернет, Wi-Fi, все необходимые принадлежности для комфортного пребывания, халат, тапочки, ну и остальное. Также у нас своя служба охраны. И стойка ресепшн у нас работает 24 часа. По отзывам наших гостей можно судить, что мы действительно предлагаем комфорт и сервис на уровне 5 звезд по ценам 3-звездочных гостиниц. Сама часто являюсь гостем разных отелей в других городах. Могу точно сказать, что хотела бы быть гостем этого отеля. А почему? Это и так понятно. Независимо от звездности, в отеле хочется чувствовать себя почти как дома. Это возможно, если уют и чистота в номере, а улыбки и добрые слова – обязательная часть работы персонала. Для чего туристы обычно приезжают в нашу страну? Для того, чтобы посетить необычные места, заповедники, ущелья и невероятные красоты озера Иссык-Куль. Но при всем богатстве выбора этих неосвоенных и диких мест, туристам хочется самого высокого сервиса. И именно такой сервис может предоставить клаб-отель «Достук». И главное, что в клаб-отель «Достук» хочется возвращаться так же, как домой, когда чувствуешь себя усталым и довольным после насыщенного путешествия по новым необычным местам.